закружились в ритме венского вальса, танго, а еще латино и ча-ча-ча. Пожалуй, кубок «Газпром Нефтехим Салават» по спортивным танцам – это самые красивые соревнования, которые уже на протяжении нескольких лет проводятся на базе именно нашего дворца спорта «Нефтехимик». В этот раз турнир прошел менее масштабно, поскольку эпидемиологическая обстановка позволила принять лишь 120 участников. Но нужно отметить сразу, что все нормы и правила соблюдались. Антисептики при входе во дворец, а также обязательный масочный режим. Мы поставлены в условия, когда издан указ главы Республики Башкортостан, и его выполнение неукоснительно для всех, и требования Роспотребнадзора. Все это у нас, все мероприятие организовано с этими требованиями. И, конечно, не все зрители, вернее, вообще зрители не попали, которые, может быть, хотели полюбоваться этим действием. Но на сегодняшний день действительность такова, и мы обязаны это выполнять. Но несмотря ни на что, наши спортсмены готовились к этим мероприятиям. И сейчас показывают то мастерство, которое они наработали. В этот день на танцевальном паркете выступали как опытные спортсмены, так и новички, для которых такой формат и масштаб соревнований пока не знаком. Можно представить, как юные дарования волновались перед выходом на выступление и как радовались своим первым победам. Такой была пара из Салавата Эмиль Амиров и Нелли Валеева. Это первый кубок ребят и сразу дипломы. Пока только четвертое место, но и оно далось непросто. У меня просто огромное, меня переполняет эмоциями. Я очень рад, мы вот только вот начали 2 недели буквально танцуем, и уже такой результат. Еще все впереди у нас. Эмоции просто супер, я не ожидала такого хорошего результата, но мы добились этого, и у нас еще много впереди. Мне очень нравится заниматься танцами, так же, как и у моего партнера. Я ходила сначала на обычные танцы, и мне дали выбор. Либо бальные танцы, либо обычные. Я, конечно же, выбрала бальные танцы, и я не жалею ни об этом. Мои эмоции просто разрывают меня. С утра до вечера во дворце спорта звучала музыка, кружились в танцах пары. Насыщенная программа соревнований, ожидающие результатов участники, и вот она развязка – церемония награждения. Сразу в нескольких номинациях отличились салаватские танцоры, уровень и подготовка которых видна невооруженным взглядом, оттого высокие оценки судей и победные места. Мы уже в прошлом сезоне много раз завоевывали первые места. В прошлом конкурсе мы заняли тоже первое место. Но в этот раз он был незабываемый, потому что мы не ожидали, что мы займем первое место. После того, как нас наградили европейскую программу, мы пошли и не прослушали, какая сейчас номинация награждается. И получилось так, что мы заняли первое место и даже не ожидали этого. Было очень сложно, потому что мы танцевали очень много, 14 танцев подряд. И сложно было держать эмоции, но было очень трудно. Любые соревнования – это возможность проявить себя, доказать тренеру, что работа в течение года проводилась не зря и результаты высоко оценены. Вдвойне приятно, когда еще и организация на высшем уровне. Современный способ подсчета баллов – незамедлительное оглашение результатов, зал, отвечающий всем требованиям. «Газпром Нефтехим Салават» он всегда раскрывает двери, всегда предоставляет замечательный комплекс для проведения наших мероприятий по танцевальному спорту. Огромная благодарность от моего лица, от лица всей федерации, потому что, знаете, это любимое мероприятие нашей федерации, и мы с большим удовольствием участвуем в нем. «Газпром Нефтехим Салават». Мы здоровы, мы сильны, мы энергия страны. Светлана Халитова, Радмир Загидулин, телекомпания «Салават».